Когда закончите, подготовьте это к погрузке. Черт! Что со мной? Я сейчас пошел!
ты дрянь убила Владимира! Раздавлю тебя! Урою! Столько произошло. Наверное, я должна благодарить Лару за эту работу. Она всегда в меня верила. Преподаватели в университете смотрели на меня как на сумасбродку с камерой в руках, от которой жди одних неприятностей. Но знаете, большинство людей в глубине души жаждет острых ощущений. И Лара не исключение. Просто ее надо было немного подтолкнуть, чтобы она поняла, чего хочет на самом деле. У нас с ней было так много приключений. В том безумном путешествии по Болгарии я только и делала, что вытаскивала ее из клубов. А когда поехали на Килиманджаро, Лара хотела заниматься исключительно научной работой. Но кто ж знал, что там столько симпатичных парней? Эта экспедиция обещает многое. Лара со своим ноутбуком, я со своей камерой. У нас впереди еще одна увлекательная поездка. Господи!
что здесь делаешь? Тебя ищу! Ты цел вообще? Меня тут немного прижало, так что не очень. Чёрт! Проход напрочь завалило. Держись! Я вытащу тебя оттуда! Ладно, но поторопись! Можно технический люк. Мне нужно наверх. Мне нужно наверх. Прости, что втянул тебя во все это. Не знаю, о чем я думал, когда сюда пошел. Я думал, что стану звездой, потом бы... Но так не всегда случай. Все! Есть! Здорово!
вытащу. Так, теперь надо расчистить путь. Я удивил тебя. Давай уберем это. Черт! Прости, прости. Ну, похоже, карьера танцора накрылась. Что ты делаешь? Ты нас убьешь! Похоже, я остаюсь, Лара. Бери инструмент. Без тебя не уйду. Не часто очкарьки становятся героями. Они на нас нашли. Ну же.
старые записи. В результате долгосрочных раскопок, наконец, получены новые данные о погодных циклах в данном регионе. В прибрежном районе острова была обнаружена гробница важного полководца, датируемая периодом Камакура. Эта находка — недостающий элемент головоломки. Полагаю, именно это открытие позволит нам установить контроль над бурями. Но раскопки могил потревожили демонов Они. Они гневаются. Нам необходимо посетить ритуальный зал в монастыре. Именно там нас ждет успех или провал. Древние руины на старой базе, управляемые бури. Я должна понять. Год Мэдзи 6. 1873. Одна сторона стерта, как будто ее постоянно трогали. Может, это солдатская монета на счастье?
вернутся беглецы. Если они пошли туда, они уже мертвы. Помогите! Лара! Мы услышали взрыв и подумали... Алекс... Он остался на корабле. У всех, кто с тобой рядом, резко падают шансы на выживание. Рейс! Так держись от меня подальше. Давайте поедим, а? Эти ублюдки притихли, но сильно сомневаюсь, что это надолго. Если уж мне суждено умереть здесь... Я предпочту умереть сытым. Накормишь человека, спасешь его душу. Наконец, хоть какой-то позитив. Когда Рейс отремонтирует катер, мы вернемся в цивилизованный мир. И нам точно будет что рассказать. Надеюсь, никогда больше не услышать имя Пимика. Мы можем отплыть с приливом. Нет, не можем. Вот только не начинай опять, Лара. Не только Лара считает, что мы здесь в ловушке. Матиас тоже в этом уверен. Я видела это по его глазам. Он думает, что воскрешение Пимика – ключ к побегу с острова. Боже, это безумие. Хотя здесь все безумие. Эти бури – неприродное явление, признайте это. Она права. Когда Эньюранс попал в бурю, я почуял что-то темное. Что-то живое. Остров проклят. Лара, ты куда? Под базой на утесах какие-то развалины. Нечто заставило их поверить, что бурями можно управлять. Я должна знать, что они нашли. Мы отчалим, как только сможем. Так что не задерживайся. Я без тебя не уйду. Проникнуть в ритуальный зал этого монастыря, нам нужно починить лодку. Даже не знаю, как уговорить остальных направиться вглубь острова, но уж придется постараться. С Рейс будет труднее всего. Она рвется к дочери и сильно горюет по роду. Мы все горюем по роду. Пока я не пойму, зачем Матиасу понадобилось Сэмми, но это уже и не важно. Главное, сейчас она снова с нами и в полной безопасности.